Доброе утро, дорогие друзья! С праздником вас! Святого Валентина, Днем Любви! Разные мнения. Вот. Что это действительно праздник любви или это одно... Ну, неважно. Какая нам разница? Главное, что сегодня прекрасный день. Вот. Сейчас раннее утро. Около 15 градусов тепла, вода в море 17 в Средиземном. Вот, здоровья вам, счастья много, любви, любви много-много. И всего самого доброго вам от всей души желаю. Вот, чтобы все было у вас прекрасно. Вот, вот такой чудесный у нас сегодня день. Море спокойное, тихо. Вот, обещает... хороший день. Вот чего и вам желаю, только светлых и добрых новостей, хороших дел и всего самого доброго вам от всей души желаю. Вот, чтобы все было у вас прекрасно. Вот, вот такое вот я сейчас попробую крупным планом взять. Такое чудное море сегодня, Средиземное, восточное побережье. Вот. И всего-всего самого доброго вам, друзья. От всей души вам желаю. Как говорят у нас на Украине, хай вам счастить. Будьте здоровы, счастливы, любимы. Удачи вам. Бай-бай. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 28 февраля. Вот он, гром, молния. Вот такое вот зима у нас прощается. Встречаем весну завтра, да? Такой вот шторм, дождь. Гремит гром. Молнии сверкают. Я вот даже на балкон не могу выйти, потому что там дождь идет, понимаешь? Вот, у моего сегодня внука Леончика день рождения. Дед его очень сильно поздравляет. Желает ему успехов. Он хороший мальчик у деда. Умница, хорошо учится. Ой, ну а чем занимается? Молодец. И вот такое вот сегодня он гремит в молнии. Всего самого доброго, дорогие друзья, вам. Зима уходит вот не просто так, а такими катаклизмами. Всего самого доброго вам. Всего-всего самого наилучшего. Так, закрывай дверь, потому что заметает. Так. Вот, а так ничего не видно. Всего самого доброго. Елки зеленые, а надо ехать на работу. А оно такое метет. Говорю, метет. Такой вот ливень, дождь и так далее. Ну ничего, все хорошо. Хорошего дня. Прекрасное настроение. С наступающим вас весной. С наступающей весной уже завтра. Всего самого наилучшего. Будьте здоровы.